Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами двумя буксами. Работаю здесь день-два. Значит, первый Фауса Тоши. Ну, здесь статистика. Посмотрите, сколько здесь криптомонет. Очень много. Здесь вывод идет и на Экспресс Крипто, и на Фауса Пэй. Можно выводить. Ну а здесь как бы последние выводы. Значит, регистрация, ребятки. Кликайте, если вас заинтересует. Значит, email, username, два раза пароль. Здесь одна капча, только разгадываем капчу, нажимаем регистр. Переходим на почту, подтверждаем адрес электронной почты. Так, я же войду, так как я уже зарегистрировалась. Так, и здесь велосипеды, логин. Значит, вывод здесь не как мы привыкли, к поинты, токены эти, а Фауса Тоши. Ну, это одно и то же, что эти поинты, токены всякие. Значит, у меня на балансе 0.6 вот этих Фауса Тоши. А минималка на вывод от одной монетки. Значит, видим, да? Будьте вот так внимательны. Здесь Экспресс Крипто. Вот. Фаусет Пэй. Тоже Фаусет Пэй, Экспресс Крипто. Ну и Фаусет Пэй. Вот так, например, выбираем монетку. Когда будет минималка на вывод, сумма будет уже стоять по умолчанию, а здесь будем адрес. И вот здесь написано сразу минимум вывод от одной вот Фаусет Тоши, от одной монетки. Я на вывод не проверила, ребятки. Хотите работать — работайте, но не хотите — не работайте. Значит, к сожалению, я ПТС рекламку все просмотрела. Но здесь просмотр рекламки, как и во всех боксах, ничего сложного нет, как в обычных. И рекламки здесь было более чем достаточно. Значит, следующая вкладочка идет реферал. Находится наша партнерская ссылочка. Это нам не надо. Есть также кран. Кран дает нам по 0.05 Фауса Тоши каждые 15 минут. 25 клеймов в день. Давайте разгадаем капчу. Лисапиды. Началось. Мотоцикл. И нажмем вот на синенькую, на такую вот вкладочку. И вот мне засчитали вот такое количество монет. Через 15 минут я опять зайду и опять сделаю как бы сбор. Есть автокран, он недоступен. Нужно выполнять задание. Ну и нафиг. Значит, что? ПТС-ку я просмотрела. Лотерея. Можно купить лотерею и попытаться выиграть монеты. Но это по желанию. Ну и все. История. В истории у меня пусто, так как я еще на вывод не проверила. Ну а в профиле изменить пароль при необходимости. Вот такой вот бокс. Хотите работать — работайте, но не хотите — пройдите мимо. Я же наберу минималку, проверю на вывод. Далее. CryptoWin.
ребятки, вот такой вот букс. Здесь мы собираем биткоин Сатоши. И он довольно-таки неплохой. И неплохо нам дает. Также, к сожалению, я не проверила его на вывод. Секундочку, не туда зашла. Регистрацию хочу показать вам. Вот, кликаем RNO. Username, email. Прописываем биткоин-адрес, привязанный к FaucetPay. Два раза пароль. Разгадываем капчу. Нажимаем зарегистрироваться. Проверьте, пожалуйста, почту. Не помню, приходило письмо или нет. Я же войду. Также при входе нужно разгадать капчу. Наша любимая, куда уж без нее. Какая здесь капча гостиная. И кликаем «Войти». И наша домашняя страничка. На данный момент у меня 29 биткоин сатошиков. Согласитесь, неплохо. Значит, это наша идет статистика. Значит, есть баннеры. Если мы кликнем вот сюда, здесь вот такие вот баннера, если кому надо. Далее идет реферальная ссылочка. Можно поделиться в соцсетях. Далее что здесь? Здесь все просто. Это нам не надо, это нам не надо. Просмотр рекламки. Кликаю. Но серфинг сайтов. И смотрите, значит, здесь у меня вчера было больше рекламки. Это я вчера просмотрела, и вот сейчас опять появилось. Значит, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. За весь вот этот сбор, просмотр рекламки, я получу 15 биткоин сатошиков. Но согласитесь, что это неплохо. Кликаем, значит, ну здесь по 30 секунд, остальное по 10. Вот кликаем просмотр. И ждем вкладочку старт. Вот одна сатошика 10 минут. Смотрите, сейчас появится вкладочка. Вот она появилась, видим, да? Вот она зелененькая. Она может здесь появиться, может здесь появиться, и здесь, и вот здесь, как бы, кликаем старт. Загружается рекламка. На вкладочке находиться не обязательно. Можно идти гулять. Идет отсчет таймера. Возвращаемся. Все. Нам зачет. Сейчас страничка сама обновится, а вкладочку можно закрыть. И вот таким вот образом вот она стала такая невзрачная. Мы просматриваем рекламку. Следующая вкладочка лотерея нам тоже не надо. И вот вкладочка вот это кран, ребятки. Здесь нам дают от 1 до 4 сатох. Раз в 15 минут. Что мы делаем? Get reward. Как всегда на кранах у нас рекламка. И вот у меня показан здесь мой баланс. Уже вот стал 30 биткоин сатошиков. Get reward. Наша горячо любимая капча. Даже без нее. Здесь вот такие гостиные. Това. Дочь Попова. И на зеленую вкладочку Claim. И мне вот зачислили одну сатошинку. Стало у меня теперь 31 биткоин сатоша. Через 15 минут я смогу опять зайти. Ну и все, ребятки. Офервал это не надо.
Здесь это для рекламодателей. Здесь такого тоже ничего нет. Но настройки. А в настройках здесь мы указывали адрес при регистрации, ну и наши данные. Если что, изменить как бы пароль. И все такое. Возвращаюсь я на домашнюю страничку. И здесь вот вкладочка «Вывод». Кликаю «Вывод» и видим, да, здесь написано 200 минимум сатох. Как я наберу минималку? Возможно, вы вперед меня наберете. Я обязательно проверю его на вывод. Но он платит. Ребятки, реклама и иностранцы на иностранных буксах, на иностранных сайтах. Вот эта реклама, она мне уже все глаза промозолила. Вот. Значит, есть смысл рекламируют, значит, платит. Вот, и уже довольно-таки давно. Вот, ну, в принципе, на этом все. Хотите работать, работайте. Не хотите, не работайте. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.